Муравьева, защитника адвоката Пантелеева, рассмотрев открытом судебном заседании апелляционное представление прокурора Волжского района города Саратова Челнокова Айдашкина на постановление Волжского районного суда города Саратова 30 августа 2018 года, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, выслушав лиц, явившись в судебное заседание, руководствуясь положением статьи 389 со значками 13, 20, 28 УПК Российской Федерации, суд апелляционной инстанции постановил постановление Волжского районного суда города Саратова от 30 августа 2018 года, которым уголовное дело в отношении Муравьева Якова Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращено на основании статьи 25 со значком 1 УПК Российской Федерации, оставить без изменения апелляционное представление прокурора без удовлетворения.